Так. Ну, во-первых, сторону надо выбрать. Кем будем, какую сторону выбираем? Ордо, Альянс? Ну, тебе за кого интереснее играть будет? Мне это тоже все равно. Ну, давай за Альянс. Альянс, хорошо. Какая раса? Человек, дворф, ночной эльф, гном или дриней? Давай дворф. Хорошо. Каким классом будешь играть? Паладин, охотник, разбойник, рыцарь смерти. Рыцарь смерти там только с какого-то уровня. А, с 55-го доступен. А ты танковать будешь? Ну, я могу воином играть, могу охотником. Тебе кем удобно, выбирай, без разницы. Так, я за воина буду. Угу. Тогда я сейчас посмотрю. Так, наверное, буду паладином играть. Так, паладин. Цвет волос. Так, что тут я могу сделать? Это одно и то же будет, да? Или нет? Ну, что именно? Ну, мы в одном месте реснимся и все. Как бы, что тут еще тебе? Давай я тогда дальний бой возьму. Ты имеешь в виду этого охотника? Или этого жрец? Давай охотника возьму. Ну, бери охотника. Все, больше ничего настраивать? Да? По факту, все. Так. Имя там можешь придумать любое, какое хочешь. Так, паладин, паладин, паладин. Так, все, я персонажа создал. У меня, короче, паладин. Аркус Виктус. Вот. Короче, я тебе сейчас этот инвайт кину. В мир войду. Дворфы Стальгорна издавна добывали сокровища из земных недр. Укрытые в своей горной твердыне, они редко покидали пределы заснеженных перевалов Дун-Морога. Однако, недавно они обнаружили таинственные подземные руины, хранящие тайны их прошлого. Желая узнать правду о легендарном происхождении своего народа, великий король Магнии Бронзебород повелел своим подданным оставить горное дело и заняться археологией. В то же самое время, многие воины-дворфы стали под знамена Альянса и отправились в дальние края сражаться с безжалостной ордой. В эти тяжелые годы вам и другим дворфам предстоит встать плечом к плечу на защиту горного королевства. Духи древних королей хранят вас, а горы даруют свою силу и крепость. Будущее дворфов в ваших руках. Я на английском писал. Я вот сейчас дворфом начал играть. Пухлый, бородатый дядька. Так. Надо же этот. Где эта фигня? Так. Оно. Нет, журнал заданий. Блин, все вспоминать. Так, друзья. Мне недоступно. Че, блядь, все нахуй позанимали, что ли? Ну, ты пиши нестандартные имена, которые ты постоянно привык использовать. Придумай какому-нибудь левое, да и все, которого может и не быть.
Я он же придумал, сразу же все активировалось. Так, дальше вход в игровой мир. Ну, все. Сейчас ты должен появиться. У тебя тоже не на весь экран, да? У меня на весь экран все как надо. Там черные полосы, это так для кинематографистов. Предур, это ты? Вот только что появился. Серега? Да. Ты, да, Фредер? Я тебе... Ты меня нашел? Да. Давай немножко потише сделаю эту игру. Сделай на 50% звук и все общий звук в настройках. Я тебе, короче, отправил приглашение в друзья, так что в пати добавляйся. А в этом интерфейсе еще разобраться надо. А внизу, где этот у тебя значок чата, там восклицательный знак такой в облаке нарисован, нажимай. Рядом с этим самым кубком. На нижней панели. Ну... А, вот. Отлично. Вот теперь мы вместе. Так, погоди. А чё если я нажму... Нажать компьютер это не то? Компьютер это главное меню на Escape. Что ты хочешь посмотреть? Персонажа своего? Escape, настройки. Ну, точнее, вот у тебя идут звук, нажимаешь на звук. У тебя, получается, будет аппаратное обеспечение где. И вот ниже под ним громкость на 50 выставь и будет нормально. Общая громкость там у тебя будет. Вот. Подходи, на правую кнопку мыши кликай, вот на этого чувака, который с восклицательным знаком. Бери у него квест. О, кто это у нас такой крепкий? Возможно, ты сможешь мне кое-чем помочь. От зеленых новичков не доберу... Чё? Где брать? Ну, я возьму квест. Не, я говорю, два стража можно же взять, да? Так, что у нас тут цели? Принести... Так, ага. Принесите стену, так, 8 кусков жесткого волчьего мяса. Награды. Ну, понятно, перчатки. До скорой встречи! А я что-то не понял, у меня дальнобой не должен быть, а у меня что-то... У тебя пока стартовое оружие. Ну, я не знаю, это значит, у тебя пока такое есть оружие, потом тебе выдадут новое. Так, смотри, у тебя где вот карта, мини-карта идет, под ним задачи. Написано один. Вот на ты на нее кликаешь, у тебя на карте появляется отметка, то есть где он может быть. То есть вот эта вот часть. Как это делается? Нажимаешь клавишу М, тебе значок вот там, где крестик, да? Бери вот эту стрелочку, нажимай, и он у тебя меньше будет. И ты сможешь во время игры смотреть еще на карту, куда тебе что идти надо. Понял? Там, то есть, выделенная область, подмеченная этой цифрой. Вот. В общем, здесь рядом волки обитают. Пойдем 8 шкур насоберем. Вот, кстати, я вижу. Правой кнопкой мыши кликаешь. И это... Нажимаешь на 1, 2, 3, 4 клавиши. Чтобы забрать все полностью, Shift правая кнопка мыши.
Вдвоем, кстати, легче качаться, потому что мы опыт получаем. Он делится на двоих. Правая кнопка мыши, ты просто открываешь инвентарь трупа. А с шифтом, если зажимать shift и правую кнопку мыши, то забираешь весь предмет. Ну вот, к примеру, я вот сейчас этого атакую. Вот, у меня появился пояс. Так. Отлично. Фармим, у меня 2 из 8. Ты своего волчару мочи, а я пойду остальных гасить. Вот видишь, на нас с обоих уровень идет. Экспа. Потому что мы в отряде. Так, где-то еще здесь, в этой области. Да-да-да. Мы... Вот, впереди. Я пока не могу прочитать его заклинание. Я не могу атаковать эту цель. Так, у этого шкуры нету. А вон... Отлично. Так. Четвертая броня. Ну-ка. Чтобы сравнить предметы, ты в своем инвентаре на клавишу B нажимаешь, у тебя открывается рюкзак, и там, короче, у тебя вот эти предметы, которые ты собираешь. А на Shift ты можешь нажать сравнить вещи, то есть там броня, состояние и все такое, то есть характеристики. Вот. Так, еще 3, да, осталось. Не, ну тут локи, конечно, прикольные. Хоть и графика устаревшая уже, но атмосфера и вообще вот все вот это как сделано, ну приятно, в общем, играть в нее все равно. Так, что-то я немного... Так, ну мы же в этой области... Скорее всего, где-то... А, вот, погоди, там что-то впереди было, вроде. Где-то, где-то должны еще волки быть. Ты был в этой области, но... Так, непонятно. Если найдешь волка, прям херачь его и снимай с него шкуру. О, кстати, что-то я увижу. А, нет, это не он. Думал, волк. Тут задание брать, нет? Можно, в принципе, брать, но давай хотя бы одно выполним. Получим за него предметы и потом дальше будем квестами заниматься. О, нашел. А, нет, это вепрь. Кстати, с вепрем уже можно тоже там что-то выбить. Надо посмотреть. Я хотя бы экспу немного покачаю. Так. Ну, поросен. 3 уровня. Вон, кстати, волк появился. Так, волчье мясо давай еще. О. Осталось 2. Я пошел на кабана. Ну да, экспу надо покачать. Я вот сейчас 3 уровня. Ты тоже 3 должен быть. Не, я так часто волков не находил. Ну вот, я сейчас одного. Он, видимо, респавнился. Там же какое-то время надо ждать, пока не респавнится. Вот еще... О, как раз пару волков нашел. Нормально.
Сейчас сделаем квест. Так. Блин, моего волка забрали. Ладно. Я тут бегаю, нифига. Тут одни какие-то... Просто я уже вернулся к той части локации, где это уже были убиты волки, но они сейчас респавнились. Вот, я сейчас пошел последнего волка херачить. И надо будет сдавать квест. Это, кстати, тоже надо будет сдавать. Те же предметы надо награду получить. Отлично. Нет. Тебе сколько осталось? Вон волк. Вон волк сзади тебя, косматый, появился. Сейчас его убьют. А, нет, мимо пробежал, отлично. Ему нашло неинтересен. У него другое задание. Вон еще один справа от тебя появился. Сейчас этого добей, к тому иди. А, это другой, это не он. Погоди. Забирай, забирай, забирай. Так, пойдем, сейчас я еще поищу. Если что, на мини-карте я у тебя отмечен, как этот, точка. Такая белая или зеленая, что-то такое там. О, я нашел волков. Беги за мной, я волка нашел. Что так по одному-то выдает? Не по два, не по три. Ты про что? По шкуре? А, ну, бывает такое, бывает так, что и нету. То есть ты убил волка, а у него ничего нету, и все, и тебе дальше надо искать. Это рандом такой, все, все верно. Вон, раз, два, три. Три волка. Ты мне помог? Нет. Вон сзади еще один. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Повернись. Вот. Ну вот, видишь, у тебя дальнее оружие есть все-таки. Просто переключаться надо между ними. Так, надо будет сейчас торговцу. Ну ты пока это качайся, я пойду к торговцу, квест выполню, и у торговца надо будет продать эти шмотки, ну которые я там понасобирал, все еще ненужное. А то у меня уже заполнен весь инвентарь, вся сумка. А. Ну, пошарься. Как настроение? Так, охотничьи, охотничьи, охотничьи. Ну, да, давай посмотрим. Броня 6, броня 42, броня 21. Ну, давай 42. А, ну да, сорян. Так, где торговец, чёрт подери? Надо продать все лишнее. Здорово. Ну, да. Пока, да. Потом можно будет купить сумки. Там же рядом у тебя пустые ячейки есть. Ты можешь потом там сумки купить. И это... Туда предметы накидывать. А еще лучше, если ты найдешь на аукционе хорошие сумки. Так, продать, 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 продать. О, ну, неплохо. Так. Ты где? Я у торговца стою, я уже квест сдал. Вот. Минус. Ага. Так. Ты чекану руну взял? Я еще пока ничего не брал, никаких квестов. Я сейчас пошел, квест сдал и опустошил свой инвентарь. Сейчас я у него еще один квест возьму.
Так. Что там у нас? Почва холодной долины и священная руна. Вот их и два и возьмем. Твёрже шаг. Удачи. Угу. До скорой встречи. Так, и... И... Что у тебя? Так, новая угроза. Так, понятно, цель задания. Убейте 6 строгов. А, ну это нормально. Так, что у нас? Пояса, сапоги. Я, наверное, пояс возьму. Хотя тут еще медвежья шаль. Может пригодиться. Береги себя. Так, посмотрим потом по характеристикам, что кого, когда уже закончим квест. Сейчас как раз нам будет еще немного бабла пофармить. Ты взял перчатки? Да-да-да, я железные взял перчатки. Они, у них броня выше. Так. Блин, что-то я прям улетел. Если честно, не понял, железные какие. Так, вот, сейчас я, короче, буду выполнять квест «Новая угроза». Они у тебя тоже должны автоматом отмечаться, эти квесты, так что все нормально. Тебе только сейчас надо будет выполнять задания, сдавать квесты и продавать все, что у тебя накопилось в инвентаре. А где что продать? Торговец, там прям здоровая такая стоит, эта телега. Там мужик похож на мага. X5, в принципе, нормально уровень набьем. Так что это не проблема. Так. Я пока не знаю, что продавать. Ну ты квест сдал, ты получил перчатки, поменял их? Места нет, да. Ну так продай один предмет, возьми перчатки, а потом продай все, что у тебя осталось. Ты главное мясо оставь. Букву мне открыть, чтобы у меня видно было, в какой он экипировке. На С это ты персонажа открываешь, на Б это у тебя этот. А он автоматически меняется, ты просто правой кнопкой мыши кликаешь, он меняет шмотку. Чтобы сравнить характеристики того, что на тебе одето и то, что у тебя лежит в сумке, Shift нажимаешь, он тебе показывает то, что на тебе одето и характеристики можешь сравнивать. А рюкзак, знаете, какую букву? На Б. Английская. А красным горит, это я не могу одеть, Ну, ты попробуй. Если она у тебя не оденется, значит не оденется. Он тебе покажет, что требуется уровень. Или, например, другой класс. Кольчуга. Я понял, кое-чего вообще нахер не делать. Ну, недостаточно, значит, или не подходит к твоему персонажу. Для другого подхода. А чё вот это? У меня нет цели. Так, а у него что закупиться можно? Посмотри. Или нет? Ну, пока он тут рядом один, я еще других не видел. Ты у какого еще брал? У другого гнома, да? Да, я у двух гномов взял. У одного два квеста, у другого один был. Так, да я уже квесты все взял. Они у тебя тоже должны высветиться. Тебе просто сейчас идти выполнять квесты и все.
Да-да-да, каменной челюсти. Я вот как раз хожу, их сейчас убиваю. Мне осталось одного добить. В принципе, я могу тебе помочь с этим. Это очень легко делается. Ты просто берешь на себя агрешева, а я тебе помогаю его добивать. Так быстрее будет. Пошли. Нет. Здесь где-то еще должны спавниться. Я тут уже повырезал немного. Сейчас найдем. Так, вот. За мной. Вот где я нахожусь, вот тут рядом. Что? А, ты тех и тех вырезал уже, ничего ты. Ну да. Ты, кстати, не забывай у них это, брать какое-нибудь мясо, еду, это есть можно будет, чтобы восстанавливать себе выносливость, силу жизни. Кто и был? Воду. Нет, я сейчас к нему подошел, у него мясо было. Ну, это хорошо, продашь. Вот, тут еще волки косматы идут. Так, сейчас, погоди. Они здесь вот должны рядом обитать. Вон они. Ага. Двое мелких. А, нет, это... Это волки. Но они где-то тут отусили. Я здесь бегал, они где-то тут отусили. Ну, если что, сейчас все респавнятся, да и нормально будет. Это другие. Это тролли. Нам они пока не нужны. Пойдем отсюда. Там какой-то необычный ходил. Да я знаю. Так, погоди, вон там впереди. Че, волки? Волки. Да ё-моё. Вот я нашел. Они респавнились. Иди убивай. Я, короче, на карте у тебя помечен. Подходи ко мне, увидишь. Вот здесь еще несколько респавней, если тут много, можешь прям идти убивать.
Бери. Я не могу. А, не можешь? Ладно. Видимо, берет тот, кто последний добил. Да нет. Ну а чё нет? Ну не знаю, странно. В нём ничего нет. Давай попробуем эту теорию. Добивай, ну, всё. Ну, странно. А у меня есть. Ну вот, я тебе не говорил. Ну, вон внизу еще. Видишь, про что я тебе и говорил. Ну, вон. Вот, 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 лови его. Видишь, я тебе еще да, я тебе лекать могу. Я как раз эту способность решил потестить. Сколько тебе еще осталось? Так, последний. Станционный бит. Магия. Вот этот пустой. Нет. Странно, я сейчас у него деньги забрал. И он еще один раз респавнился, иди хватай. Так все, а мне ничего. А, все, да? Ну ладно. Иди, пойдем на другой квест. Я кажется, понял, что тут. Тут, видимо, как-то равномерно распределено. Так, пойдем, короче, сейчас... Блин, у меня карта переключилась. Так, пойдем мы сейчас... Вон туда, пойдем за мной. Я еще ничего не взял. Так, пояс. Так, броня. Ну, я пояс возьму. До скорой встречи. Так, да, продай все лишнее. Только то, что выделено желтым, это тебе квестовые предметы, их не продавай. Воду, мясо не продавай, тебе это надо. Так, пойдем на квест. Почта. Почта? Да, нам почту надо выполнить. Нету? Кого? Кто? Квест Чеканная руна. Все, я взял. Священная руна. Все, у меня я все квесты взял, которые там были доступны. Сейчас мы все выполним. Так, рука это что, каменная? Сейчас мы дальний квест выполним и пойдем ближайший выполнять. Тут какой-то ближайший сокровище можно найти. Давай посмотрим. Ну вот я сейчас пошел дальний квест выполнять. Вот он как раз таки стоит. Ничего не забрал, я квест выполнил. Сейчас у него еще квест возьму. Охотники на вепрей. И вот, еще один квест. А еще это будешь брать? Да, я уже все взял у него. А, и тот квест нам надо будет сейчас... Давай пойдем за руной? Или ты будешь здесь выполнять квесты? Сейчас пойдем вдвоем. Ладно, давай. Кабанов тогда убьем. Урона нанес,
Так. Зараза. Так, осталось еще немного. Погодь, у тебя же половина, нафига я продавал? Я ты по... тебе мог отдать. Да по барабану. Так, один квест подтвердить. Да, блин. Как мне тебе передать? Ну, пока. Ну, надо подходить. Shift Alt или что-то такое, я уже не помню, как там передавать. Да не надо мне ничего, господи, продавай. Потом разберемся. Я уже давно не играл. От костра отойди, а то у тебя жизни потихоньку отниматься будут. Так, что там у него еще? А, почта. Давай пойдем на почту, выполнять дальше задание, письма разносить. Так. Что ты там говорил на С? А, сейчас боты посмотрю. Так, тут не 20. Так, это что? Броня 5. Броня 7. Чем еще продавать? Тебя видеть. Береги себя. Так, письмо я сдал. Удачи. Чем могу помочь? Ты это не лётай так. Я еще квест взял. Что-нибудь продать можно? Нам надо будет туда обратно идти в самое начало. Пошли, квест как раз один выполним. И сейчас потом... Священную руну пойдем выполним. Это тролля взял? Я все квесты там взял. Они у тебя должны сбоку под мини-картой высветиться. Если я беру, ты должен подтверждать, и у тебя должны эти квесты быть, по идее. Потому что мы в отряде находимся. Как-то так. Либо наоборот, ты берешь. Я уже не помню, как точно мы играли, уже давно просто это было. Хренолеон лет назад. Ты брал, мне ничего не... А, ну, значит, тебе надо отдельно брать квесты. Как настроение? Так, руну отдал. Береги себя. Так, что-то у него... О, как раз. Ты у нас что, так, готов к обучению? Вот он обучает, как раз, этот мужик еще, профессии. Так, благословение могущества, правосудие света, аура, да, понятно, понятно, свет небес, второй уровень. Вот. И чё, выбирать? Метка, чародейский выстрел? Ну, у тебя есть тот, кто обучает твоей профессии, твоего класса, вот к нему подходи и бери, обучайся. Так, сейчас надо торговца найти, продать. Так. Ты у нас кто? О, квест. Беда беженца. Удачного денька. Так. Сейчас мы сюда сходим вниз, посмотрим, может тут есть кто-нибудь. О, как раз квест сдать. Рад тебя видеть. А, отлично. И теперь у него можно...
Так, хотел, чтобы купить у вас. Вот, я сейчас тебе все продам ненужное. Все ненужное. Так, что мне от него надо? Так, 19-38. Нет, у меня броня-то хорошая. Так. Что тут наручи? 4 броня у меня. Наручей нету, да? Так, запястье. Ну давай. А что ты сказал, можно посмотреть и там это. Ты про что? Определить сравнение. Как ты говоришь? Shift. Просто нажимаешь Shift и все. Указываешь на объект, Shift зажимаешь, он тебе показывает сравнение. Рад тебя видеть. До скорой встречи! Так, здесь квест выполнил. Так. А, во, нам как раз сейчас это обратно бежать вдаль. Квесты выполнять, там у нас 3 штуки целых. Продал? Ну ты ничего не смотришь? Там есть такая вкладка, как выкупить. Так, на что ты говорил? Опять забыл. А, Б. Тарам-т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 арам. Чё, всё? А? Куда, наверх? Да, пошли за мной. Смотри, как я умею. Видал, да. Походку Майкл Джек. Да, я тоже так умею. Только у эльфов она поприкольнее получается. Мы маленькие гномы. Я потом буду говорить заказ, мадам. Это у меня такой вопрос. Откуда он стреляет? Откуда он пушку берет? У тебя там дополнительное оружие есть. Основное и дополнительное. Вот эта пушка у тебя это дополнительное оружие. Отнесите кружку, вот я сейчас кружку как раз буду отдавать. А, ну да, он старинный мушкет. Иссечённый боевой топор. Ага. Привет! Не, я в, это, в одного бы долго не смог играть. Удачи! Ну, поэтому эта игра ММО и рассчитана на совместную игру. Монотонная такая. Ну, это нормально. Собственно, если брать какую-нибудь другую ММОшку, которую мы с тобой смотрели, то же самое. Абсолютно. Тот же Farsaken World, это тот же WoW, только корейский. Так, давай вот сюда. Так, здесь у нас кто на двойке? На двойке это ящик Феникса, один сундук, а, Феликса, сундук Феликса. Так, надо, короче, предметы тут, я так понял, искать. Но у меня тут ничего. Ладно, экспу пока покачаем. Так, я вообще где? А, мы, короче, пошли в пещеру с тобой. Мы немножко в другую локацию зайдем сейчас. А, вот, кстати, нашел. Нашел предмет. Во, забрал. Один есть. Еще 10 надо. А вот здесь вот стоит. В сундуке, да? Ну куда ты в костер заходишь? Тебе урон будет наноситься.
Ну вот, здесь нажимай на кнопочку, и все, тут же предмет был. У тебя индикатор пещера троллей, что написано? 2 из 10? Да. Отлично. Сейчас мы здесь... О, еще один ящик заспавнился. Хватай, вот он. Я горю. Получается взять? Ну так, я взял, а чё? Ну все, пошли еще искать. Сейчас в пещеру пойдем. А чё он не отметил? Один предмет исчез, один остался. Давай троллей гасить, сразу два квеста будем выполнять заодно. Беда, беженца у меня вообще нет. Мне нужна цель. У меня нет цели. Так, пятеро. Уже весь... А, нет, еще нормально. Отлично. Кстати, у тебя тут есть камень возвращения. Это чтобы можно было на стартовую локацию телепортироваться. Добавь его в вот этой шкале, где у тебя способности распределены. Где клавиша равно у тебя вот идет, туда прям ее перемести, чтобы можно было потом, если что, переключиться на нее. Чтобы... В инвентаре у тебя лежит камень возвращения. Это чтобы можно было вернуться на стартовую локацию. Вот. Или на ту локацию, на которой ты у человека там специального залочишься, и все, чтобы потом можно было в нее вернуться. Чтобы не педалить несколько часов, блин, с одной точки локации на другую, блин. Вот. А Максим быстро телепортироваться. На ее вот на самую последнюю выставь, и все, где у тебя знак равно стоит. Так, давай искать ящики. Тут должны где-то еще быть. Нам... Вот я нажал, а что не так? Оно... Немного не так работает, поэтому... Сейчас посмотрим. Полазим по локации здесь. Может, что найдем. Так-то мы уже все сделали. Нам только теперь ящик и сундук найти надо. Короче, имена Петрович и Кузьмич забрали демона. Ты про чё? А. Не страшно. Так, никого тут нету, ничего тут нету. А я не подняться не могу здесь, дай. Дай, дай. О! Паркура. Ага. Не, не получится. Пошли, короче, там другой проход есть. Исследуем как раз локацию. Пойдем на вершину горы. Будем... А, здесь нету. Пошли. На вершину горы. По идее, они на нас агриться должны, но что-то они на нас не агрятся. Что удивительно. Может, что-то не так с серваком? Потому что я помню, когда обычно подходишь на зоны, где мобы есть, они ну, автоматом... Не, ну, хезы. Может, это тут просто для первого уровня так сделано. Вот, кстати, вверху что-то... Ага, погоди, а вот здесь я не был, надо посмотреть. Так, тут, ни хрена, ладно, пойдем отсюда. Снаружи сейчас пойдем искать. Сейчас еще вот здесь поблудим, посмотрим, может что найдем. Поблудим, посмотрим. Кстати, вот здесь книжка есть, у тебя здесь способности распределены некоторые. Вот. Например, защита. Вот я, кстати... Это куда заходить? Что нажимать?
Ну, книжечку видишь у себя на панели? Кнопочку P нажми английскую. Вот. Они у тебя автоматом эти способности уже вышли на эти пустые ячейки. Но потом тебе надо будет, если что, делать замену. Вот. Там будешь потом, когда ветку будешь качать определенную, будешь менять. Так, я хочу понять, куда идти. Повелитель зверей буду. Так, ладно, пойдем отсюда, вон. Повелитель зверей. Выходим из Давай, пещеры. пойдем отсюда, Петрович. Тут делать нечего. Мы, в принципе, тут уже выполнили один квест. Нам надо теперь только... Было бы идеально, если бы ты Петрович, я Кузьмич. Нет. Генерал Иволгин и Кузьмич. И 13-й кордон. Так, ну ладно, если здесь этот предмет один есть, значит рядом здесь еще должны где-то быть. Судя по всему. Ну нельзя же так просто взять и... А, во, все, я вижу, куда нам топать надо, пошли за мной. Вот. Скорее всего, вот тут. Да. Вот в этой зоне. А, вот и нашел как раз сундук. Я про тот сундук, наверное, тебе и говорил. Да, наверное. Так, и... А чё? Ну, я забрал. Погоди, а чё он мне не отметился? А, погоди, сундук. Сейчас, погоди. Чё-то тут не то. Это другой сундук, да. Да, это другой сундук, скорее всего, был. Ну, в этой же области. А, во, она перемещается. То есть мы сюда пришли, сейчас он пометил другую точку. Я, ящик Феликса. Вот ты сейчас поднял, нам сейчас теперь ящик Феликса забрать. Справа такой, как стрелочка. Это к нам кто-то присоединился? Нет. Это другое. Это показывает стартовую локацию, насколько я не знаю. А никуда бежать от того? Нет. Но она по умолчанию, даже если все квесты отменить, он тебе будет показывать вообще не то. Так, а, ну, блин, я в этой области, а где тут чё? Ящик. А, во, нашел. Вот он. Все. Отлично. Иди забирай ящик. Вот здесь. Я ничего не видно. А, у тебя помечено, что задание выполнено? Или он тебя просит еще один ящик? Мне остался ящик Феликса. Ждем сейчас за респавниться. Вот, респавнился, бери. Все, пойдем. В ближайшую сторону это вот сюда. Сейчас квест дадим и пойдем на дальние. Так, как мне посмотреть эти? Кого? Ну, у меня что-то не отметилось, беда беженца. Все, у тебя сейчас она, подожди, она у тебя должно. Ты даже что-то где-то не взял, скорее всего. Ты ящик там брал? Я В том лагере, который мы пробежали. искал и Феликсовое ведро с гайками. Там, Ну. где там пробежали. Ну. Ты взял здесь, там взял. Все, что у тебя осталось? Что у тебя горит? У меня сундук Феликса, типа, надо еще. Это где? Ты вот здесь? Сундук, да, здесь был. А, вот он, вот, нашел. Ну, Вот все. он горит. Вот все. Пошли? А, вот, все. Да странно, ебануто. Кое-что После, по... отобразилось, кое-что не отобразилось. После, скорее всего, я первым забрал, оно у тебя исчезло, потому что оно... Объект-то один, он просто через какое-то время респавнится, и тогда доступен будет другому игроку. Вот и все. Хуёво, если вдвоём играешь или втроём. Да нет, не шибко, я бы сказал.
Уж извини, ладно, хрен с ним с этими предметами, но это лучше, чем ничего. Так. Удачи. Пойдем еще один квест сдадим и пойдем другой выполнять. Пошли. Надо сдавать, а свой инвентарь переполнить. Ну вот я что и иду. Чтоб там же потом торговцу предметы все скинуть. Вот, у меня сейчас новое оружие, отлично. Урон 3.6, да? Отлично. Народ память кошмар. Привет. Ты не забывай, там помимо народа, там и боты еще бывают. Так, так. Вот и ладненько. Квест сдан. Отлично. Так, где тут торговец? Торговец, торговец, торговец. А торговец вон там. Так, на, вот тебе вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это оставлю. Все, у него, по сути, больше ничего нету. Починить предмет. Ладно. У меня все целое. Так. Доставляем, да? На жизнь. О, я новую способность изучил, отлично. Еще благословение королей, и у меня полностью профессия. Ну, фактически изучена этого паладина. Так, а тут еще кто-нибудь есть интересный из учителей? О, погоди. О, вот как раз я искал кузнеца, мне кузнец как раз и нужен. Так, что у меня, перчатки? Пойдет. Это пойдет. Пойдет. Так, вот. А у меня штаны другие. Вот я возьму бронированные за 72 куплю. Мне хватит как раз таки. Отлично. Так, 67 нагрудник. Хватит. Шикарно. Ты куда зашел? Я... Ты видишь, где я нахожусь? Я на карте. У тебя точка обозначена. Ты меня не терял. Отлично. Это твой, который? Нет, это кузнец. Ты у него можешь броню купить, если тебе надо. Вот, я сейчас полностью в броне. Зашибись. Так. Так, здесь понятно. Сейчас посмотрим. Ты там профессию тоже свою изучай до конца. У учителя. Так, вот оружие. Дубины. Дубина мне не нужна. Меч. Нет. Короткий меч нет. Ну, я же паладин, ё-моё. У меня молот есть пока. С этим нормально. Так, что тут у нас еще? Ну, тут какая-то красная у него тут. Скажи, твёрже шаг. Так, ну что, пойдем квест выполним как раз таки. Я топорик взял. Секундочку. Вот продам. Здорово! Можно продавать, да? Ну да. Так, 5, 8. О, 6. А, кортик это. Ну да, у меня. Тут оружие для меня слабенькое, поэтому я возьму. А хотя нет, погоди, большая дубина. О-о-о. Ну-ка, ну-ка, погоди. Так, ага, скорость. Уже, в принципе, неплохо. Но единицу урона в секунду маловато. Ну ладно, не буду пока тратиться лишний раз. Это пока не нужно. Ну, пока да. Я тебя на улице подожду. Мне осталось только сейчас нафармить бабла и еще одну, это,
пункт в профессии изучить, и у меня все отлично будет. Я уже все это... Ну, пойдем. Все уже изучил. Ну, молодец, мне еще копить надо, потому что я на броню в основном деньги все потратил. И на оружие. Я и так передовое все изучил. Что было? Надо посмотреть, как... 7, 8, 9 будет действовать на противников. Так, записки Гремлина Белоборода. Гремлин Белоборот. Это вперед куда-то бежать? Ну, судя по всему, здесь. А где Гремлин Белоборот? Записки, записки, записки. Погоди, может, что-то тут лежит? Вот это тут эти штуки не попадают. Так, сейчас погоди, я зайду в журнал. Блин, не так. Где у меня квесты? Нет, не это. А, вот. А, так, убейте Грик Нира Холодного и верните так, Гремлину его записи. Ну, я же говорю, кого-то грохнуть надо. Да. Обычная ситуация. Грик Нира Холодного тебе надо найти. Ну, где-то здесь вот, наверное, мини-босс. Ну, это, может, не мини-босс, просто персонаж. Ну да, такой более сильный. Сейчас посмотрим. Ну, где-то здесь, на карте, здесь это... Либо его убили, и надо ждать, когда он респавнится. Ну, блять, в этой же области. Я же не могу, блин, настолько ошибаться. Продолжить. Или я и настолько не туда пошел? Сейчас посмотрим. Да нет, вот здесь, в этой области. Карту приблизить нельзя? Можно, но там будет не так выглядеть. Сейчас. Как тут, блять? Слушай, тут надо какую пещеру искать. Ну. А, пещеру? Все, понял, пойдем. Пещеры, да, да, да. Тут рядом пещера же есть. Где мы с тобой бегали, помнишь? Ну, скорее всего, нам туда. Вот сейчас нас атаковать. Навряд ли. Это, скорее всего, просто подземный путь, как я понял. Ну, вполне возможно. На вершине. У меня такая... Вот, видишь, тоже чувак бегает. Скорее всего, он тоже этот квест пытается выполнить. Когда с Ведьмаком третьим я не мог выполнить, потому что там в катакомбах надо было ниже и ниже спускаться. Mm. Ну все, сейчас будем здесь искать. Здесь, давай, короче, пофармим бабло тут хотя бы и икспу. Сейчас найдем здесь где-нибудь что-нибудь. Если у меня недоступно, значит недоступно. Это у тебя. Я не знаю, как эта система работает, но она работает как-то странно. Ну да. А его нет. Сейчас найдем. Короче, убиваем всех этих. Да. Экспу пофармим, чтоб нет. Так, погоди, а вот здесь что? Тут у нас... Карту я посмотрел, мы уже прошли. Угу. Сейчас... Слушай, вот он, наверху, смотри. Наверху. Кстати, да, а вот как наверх попасть? Давай поищем. В обход как-то топать надо. Ну-ка.
О, поход. Ну-ка, или нет? Это заклинание да? Еще не готово. Будем думать логическим путем. Если там... Если есть там проход, скорее всего, есть путь наверх. И я, походу, его нашел. Если я... Нет, тут вот здесь обходная лазейка. Я хочу посмотреть, куда она ведет. А, здесь тупик. Блин, ну я куда-то запрыгнул, но это не это. Не сильно высоко. Сейчас разберемся. Просто фармится вот туда. Перекачаешься и я... О, погоди, вот появился. Точно, вот он, иди сюда, вот он. Я нашел его. Не тот, который наверху. Он, не тот, который наверху, а который здесь. Я его уже убиваю. Я просто смотрю, он как-то выделяется, у него еще меч. Вот, отлично. Кстати, заметь, тут новые мобы появились, когда мы этот квест сделали. Вот я сейчас обратил на это внимание. Все? Пошли? У тебя выполнен квест с убийством, нет? Да. Пойдем отсюда. Вообще, я думал наверх идти. Я тоже подумал, потому что мы когда первый раз тут бегали, как раз наверху были. Интересно было. Вот. А наверх, видимо, нам нужен другой персонаж для этого. Либо есть другой проход. Чтобы можно было запаркурить в ту сторону. Я там бегал, нихера там нету. Там только кошку если закинуть. Либо это по сюжету там что-то там продыряется. Навряд ли по сюжету что-то там продыряется. Скорее всего, есть обходной путь просто через другую сторону пещеры. То есть есть всегда вход и выход. Так, нам вот сюда. Тебя видеть. Вот, отлично. Тык, я получил. Видишь, какой я брутальный теперь, щитом хожу. Погоди, ну-ка, стой. До скорой встречи. На клавишу Z можешь достать оружие и также убрать. На X присесть и встать. А ты хочешь мне передать предметы? У меня же что-то было. Ну, у тебя автоматом должен открываться. Ну, ты, наверное, уже профукал. Странно. Не, я у него что-то там забрал, а эффект ноль. Так. Всё, где продать, что можно? Пошли в город. Может, ты пэкнемся? Как ты? Ну нам как. О, нам как раз туда надо, куда сейчас это. У нас квест, там есть городок, где мы стартовая локация была. Пошли туда. Давай тпкнемся. Как ты хочешь? Че ты хочешь? Ну туда переместиться. Ну, я тебе говорю, камень возвращенца. Вот камень, вот этот возвращение у тебя в рюкзаке лежит. Добавь его в предметы, где у тебя способности, все. Ну, я тоже сейчас перемещаюсь. У меня лучшие товары в этих краях. Так, все, да? Хлебную траву тебе нужно. Удачи. Не, это ты себе оставь, тебе пригодится. Донесение это надо выполнить квест, да? Да. Вот здесь рядом. У тебя сзади щит такой? Да.
Я по квесту его взял. Вот последний, который мы выполняли с тобой, я его забрал. Вот как раз нам сейчас надо будет вот этому челепиздрику и выдать свой квест. Как жизнь? Здорово. Тебе тащить не нужен, ты охотник. Береги себя. Вот. Так, что тут у тебя? Наблюдение Сенира. Так. Троги, поселившиеся в тоннелях, крайне враждебны. Они без раздумий нападают на любого, кто только осмелится туда сунуться. С другой стороны, что-то мне подсказывает, что у тебя хватит сил и умения, чтобы с ними справиться. Если тебе хочется побеседовать с Сениром, то его можно отыскать в Караносе. А добраться туда и вовсе просто. Пройдешь весь тоннель насквозь, а дальше шагай себе по дороге до самого города Караноса. Так, так, так. Цель задания. Доставьте донесение Грелина Сирину. Ага, понятно. Ну все, пошли. Да-да-да, тут еще вот гном стоит, вижу. Так, припасы для Танока. Ага. Так, погоди. А, ну так это здесь? Доброго денечка. Это через... не здесь, это через эту идти. А, тоже туда же? Через тоннели? Ну, пошли. Ты уже убежал, я смотрю, да? А, нет, ты сзади меня. Вот, видишь, они теперь нападают. Выше уровень стал, значит. Все верно. Вот это все сюда, вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда, и это сюда. Вот так. Что-то уже улетел. Круши! Круши! Такие звуки, конечно, издают. Вон еще двое. Забавные ребята. Тыц. Так. Все отлично, идем прямо. Да, да, да. Ну-ка, погоди-ка. А, так, погоди, что тут у нас? Погоди. О, я тут это, анимации нашел. Ну, типа, да. Хочешь потеребить мою бороду? Я не хочу, да? Пошли. Это старое дело. Потеребить бороду.
Да тут такие приколы, блин, там обоссаться просто. Там в разные стороны показывают. Да нет, в одну сторону нам с тобой. Карана. Зачем тут эти стрелки? О, поехали на танки. Угу. К бою готов. Угу. Что ты там нажимал? О, погоди. Чем могу помочь? А вот тебе я как раз продам ненужные вещи. Отлично. И, кстати, да, надо починить. Во, все, починил. Вот таких ребят можно починить свою броню, так что не забывай. После рейдов. О, знакомые ребята. Охерачат, там метка. У меня денег нету, что за дела? Ну, в смысле у тебя денег нету? Кончились, наверное, ты что-то продавал или покупал дорогое и все. У меня сейчас одна серебряная монета, 75 эти бронзы. Меди, то есть. Как там лечить? Выбрать и полечить? Что ты хочешь сделать? Ты видишь, полечи, что ты полечил? Ничего я не полечил. Ладно, пойдем. Нет повреждения брони. Я говорю про броню, там у тебя появляется значок в виде наковальни с плюсиком. На него нажимаешь, ты берешь и восстанавливаешь всю броню. Все снаряжение, оружие, броню, вот это все. Либо отдельно, если у тебя все остальное в нормальном состоянии, отдельно берешь, молоточек нажимаешь и починку, на клавишу C нажимаешь и чинишь свои предметы, оружие, там броню. То, что у тебя сильно повреждено. Вот так это и работает. Это мне какой-то лечить. Я имел в виду починку. Починку. Да, починку. Автомат починка. Ты мне скажешь, как там кнопочки нажимать, чтобы он говорил? А, кнопочки горячие, не знаю, конечно. Есть вот это вот, где у тебя общий чат, там внизу. Под человечком, это друг, который идет у тебя в команде, есть вот это вот облако, нажимаешь на него, и там у тебя идет эмоция. Вот ты можешь нажать на эмоцию, выбрать там любую анимацию, то есть там аплодировать, бешенство, встать, говорить, грубость. Вот типа вот такого. А тебя смотреть вначале надо? Нет. Что тут еще есть? Ну вот, например. Запомнить цель, шепот, осмотреть, сравнить достижения. Эмоция. Нет, у меня. Дуэль, метка, цели рейда. Отмена. Короче, ладно, не заморачивайся. Потом увидишь. О-о-о. Я тебе два раза добавил. Молодец. Если у меня большая иконка есть, зачем мне еще одна маленькая? Еще одна маленькая иконка, это, ну, блин, с одной стороны у тебя показывается персонаж с полными характеристиками, то есть состояние, там, дебафы и прочее, а ниже показано то, что ты в отряде находишься, все. Брал, я пришел. Во, добежали. Да. О. А, вот тебе, кстати, это, обучать охотничеству, вот еще баба тут стоит рядом. Дрессировщица, вот к ней подходи. Тебе же еще со зверями дело иметь. Так, о, новое задание, отлично. Вот, я как раз возьму себе теплое зимнее одеяние по выполнении. Пойдем. Погоди, давай налево. Я сейчас выполню квест. И пойду возьму еще. Как настроение? Удачи. О. Рад тебя видеть. Что?
Вот я подбежал к бабе. Ну, она охотник, ну. Ну тут. А, стоимость 5. Этих. Охренеть. А погоди, или не туда. Не бегай так, а то, блядь, потеряемся. Ну. У тебя задания же написаны, ну, и тем более я на карте у тебя есть. Нет, почему я ему отдать не могу? Ну, пока. Береги себя. Так, здесь. Давал? Нету никого. Я ящик отдал с припасами и все. Опа-на. Тут можно остановиться даже в таверне. Так, вот. Я. Вот, кстати, где остановиться в таверне, да, вот это как раз ты привязываешь камень сюда. Чтобы можно было потом телепортироваться в эту область. Где эта женщина, которая камень затачивает? Вот, мужик. Я хочу остановиться здесь. Позвольте мне взглянуть на ваш товар. Вот, я хочу остановиться здесь. Вот он этот камень привязывает к этой области. Ну все. А, позвольте мне взглянуть на ваш товар. Сейчас посмотрим, что у него есть. Ну, а, ну у него в основном, да, продовольствие. Там, похавать, что-нибудь попить, все такое. А, так, чем я могу заняться в таверне? Ну, тут понятное дело, чем можно заняться в таверне. Ну, тебе надо, это именно своего класса. Как настроение? Да, о, кожаная куртка. Сумку бери. Чем могу помочь? Да, я знаю. Ну, там 8 ячеек. 22 серебряных. Это слишком дорого. А, у меня не 22 серебряных, у меня не хватит, у меня мало. Да. Ну, не страшно. Я потом куплю. Почистишь. Вообще, можно пойти сейчас пофармить, если ты хочешь. Пойдем мобью поубиваем, бабла насобираем, все, что есть, продадим. Это кто? Это гном. Ну, видимо, это этот питомец. Ты взял квест? Да, 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 я все у него взял. Пошли на карту. А, так, давай на однерку сходим. Это, короче, вон туда. По пути как раз пофармим. Вполне нормально. Да, и у этого 2 квеста взял. Пойдем. У этого Тарика. Да, да, да. Там 2 квеста у него. Пошли за мной. Самый дальний выполним, и потом будем выполнять ближний. Тут еще что-то есть. Вот, смотри. Ну, ты на ближний побежал квест. Я знаю, я вижу на карте вопросительный знак. Это... Что это у нас? Это инструменты для сталежара. Ну, пошли туда. Пошли туда. В чем проблема? А вот это нихуевый перезарядка ОТП. На спидах. О. Замотил мне 90 опыта дали. О, тут. Пойдем. Я могу помочь. Ты мне помочь. Как жизнь? До скорой встречи. Ты берем квесты? Да, я тут 2 квеста еще бегу. Чего хорошего? Сколько можно взять квестов? Я как бы один сдаю. Говори. Береги себя. Как жизнь? Все брать, да, квесты? Да, берем все квесты и будем выполнять. Ух. О, кирка. Кирка шахтерская нам нужна. Вот здесь у него стоит ее купить. Потому что кирка это прям очень полезная вещь будет. Где-нибудь руду найдешь, можно будет ее потом на аукционе скопать. Ну, это продать на аукционе. Так, что тут еще? Да. У меня недостаток. До скорой встречи! Ой, ёлки-палки. Так, ладно. Поехали на танках кататься. Если бы.
а что ты в машинке хочешь сделать? Я уже оттуда достал воду. Какую воду? Пошли. Так. Погоди, стоп, у нас тут что? Короче, пошли на активный квест. Это новое пиво. Новое пиво. И мы это... Ссать будем криво. Панду пивовара найдем. Да. Да. А, нет. Дарик. Мясо пополам делим. Угу. Больше кабанчик. Пошли. Банчик. Свежий кабанчик. Он волчара. Так. Ну, на меня волк напал. Сейчас он впереди. Сейчас еще один 7 уровня на нас налетит, да? Пошли. Ну, там мишка бегает, маленький. Можно еще вот это растение взять. Правда, нахрен оно надо? Ну да ладно. А, это травничество надо изучать, понял. Это не мне. Мне нужна цель. Что там с медведем, Дереси? Ничего не получил, только мяско. Ну, я тоже. Вон там кабан здоровый какой. Валим, валим. Ну-ка. Пробуй дальний бой. Давай. О, неплохо. Урон сразу как повысился. Отлично. Я атакую, я попробую другую применить. О, я забыл как раз тебе рассказать про одну херню. А, этот, какая клавиша? Блин. Сейчас вспоминать, какая клавиша это. Ветку качать. Этот. Клавишу. Да-да-да, энталанты. Вот. Я сейчас одну вот прокачал ветку. Не знаю, какую качать. Ну ты смотри, что ты хочешь использовать. Я даже не знаю, как это вот переманивать. Питомцы. Его купишь потом. Слишком далеко. Хуёвый такой. Так. Где мишку? А, где? Ладно. Надо подождать. Так, у меня остался только этот. Кусок кабанины. А остальное это дальше бежать. Понятно. Пошли.
тебя, что там? О, мне надо все продавать. Ну, мне тоже скоро надо будет все продавать. Вообще, можешь некоторые предметы выкинуть, они как бы нахер не нужны. Там бивни, когти и прочее, вот это все. Да не, лучше продать, нахер. Какая-то денежка будет. Я тут понял, напряг с деньгами. Ну, есть такое. Что по времени? 22.06. Хорошо, когда у друга есть два телевизора, да, чтобы можно было хоп на время сразу глянуть. Я телефон куда-то убрал. Может, ты его оставил там, где был? О, продавец. О, продавец, 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 продавец. Сейчас продадим. Рыбачки. Кирку ты купил, да? Ее не продавай, она тебе нужна будет. И, кстати, да, я тут забыл, где тут эта клавиша. Добавить ее. А, в смысле, погоди, она что, вместо оружия? Блин. Кирка. А, ну все, понятно. Вот она, пускай у тебя в инвентаре лежит эта кирка, чтоб никуда ее не девал. Вот. Тебе прям нужна будет потом руду искать, там сокровища и прочее, вот это все. А, не помню, по-моему. Там посмотри, должно написано быть, наведи. Как поживаешь? Слушаю тебя. Ну, пока. Всего хорошего. Так. Ивка для рывка. Да-да-да. Я могу тебе предложить. Угу. Удачи. Так, пойдем задание выполнять. Ни хрена себе, мерцающий портер у меня где находится. Давай, короче, ближайший тогда выполним здесь. Пойдем на однерку. Форт. Квестов где посмотреть-то? Я же говорю. Блядь, сколько банина. Так, появились тролли. Аккуратнее. Вот, кстати, кирка и пригодится. Я нашел руду. И 9 уровня телочку. Они еще любят подмогу вызывать, кстати. Пошел он в жопу. Прибежит с армадой. Армаду кончим тоже. О! Давай. А, во время боя же у меня это сагрили двоих. Ну давай, 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 иди, иди. Минус один, ублюдок. А, меня убили. Ну, они тут высокого уровня, потому что у нас оружие слабое. Как лечить? Ну, у тебя не выставлено ничего, но на горячие клавиши. Еду там поставь рядом с камнем, да и все, и нажимай. Я а, не, погоди, лечиться, там другая херня, я дурак, я ей перепутал. Сейчас, я прибегу, воскресну.
Я подлечу тебя, если успею. Просто убегай оттуда, и все. У них ограниченная зона действия, они за тобой бесконечно бегать не смогут. Че, мясо нельзя сожрать? Нет, во время боя ты не сожрешь. Это если только каким-то снадобье, то еще ладно. И то тебе будут пиздить. Иди ко мне, я тебя подлечу. Я воду выпью. А че, погоди, требуется горное дело. А, я же горное дело не изучил, надо будет изучить. Так, где тут? Это двойка, это однёрка. Нам в однёрку. Я сейчас себя подлечу. Иди ко мне, я тебя подлечу. Я не могу пока идти. Я с вепрем дерусь. Большой. Ну, иди его, мать. А зачем ты туда побежал к вепрю? Я же говорю, кусок кабанины. То ли продал, то ли... Все, хватай. Сука, он только один выпал, а? Так, напомни, как передавать предметы персонажу? Я уже сам забыл, блин. На иконку наводишь и обмен. Обмен. Ага. На. Это что, лечилка? У меня есть. Ну, тебе еще мясо кабанина пригодится. На тебе пиво. Принимай. Ничего можешь не давать, принимай. Какая-то секира. 4-8. Ну, в принципе, да, кстати, пригодится. Ты мне секиру как хорошую подогнал. Я пока не могу. А, он не может. Уровень нужен. А я какого? 10 уровня, а это... А, не, это. Погоди, там... Там класс другой, походу. Подать опять сходить? Не, ладно, не важно, ладно. Пойдем. Нам квесты выполнять надо. У меня места опять нету. Выкинь лишнее, господи. Ну, если хочешь, пошли продавать. Если тебе охота опять потом с ебени бежать. Ну, тут некоторые нормально так продают. Ну, пошли. Мы можем сейчас телепортироваться в таверну, у нас только еще камень не загрузился, поэтому пойдем пешком. Мне надо добить и хотя бы туда отнести квест кабаном. Угу. О! Смотри, что сзади, посмотри. Да, я вижу, сагрился кошак. Ой, отдал. Да, шкуничество тоже будешь изучать. Ты можешь потом из этого бинты делать или еще что-нибудь такое. Так, нам вот сюда, я так понял. Или... А, лучше здесь пройти. Мне нужна цель. Все, последний кусок кабанин. Вон кабан последний, все. Ну, мне, правда, тоже надо будет потом выполнять этот квест, раз такое дело. То я вообще по-другому делал все. У меня нет цели. У тебя чего, не осталось в инвентаре? Ну, у меня вот один сейчас кусок кабанины. Давай по пути насобираем, чего уж. Понятно. Ну, помогай. И меня жрут потихоньку. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание.
держишься? Ну, ты нас собирал, нет? Нет, нет. Надо еще. Ну, либо по пути потом насобираю, либо нет, я не знаю. Короче, пошли побегаем тогда, хер с ним. Ну, пойдем тогда, он там еще ездит, с дверью бегает. Я пропустил дофига. Я говорит, стараюсь немного последовательно выполнять задание, ну да ладно. Тут последовательно не получится. Не, я могу сделать, знаешь, какую херню? У моего персонажа просто золото есть. Я могу просто часть денег переслать своему этому персонажу и купить пару сумок. Бери. Мне-то он не нужен. Нет, все, его нету. У меня слотов уже не осталось. Так, где еще свинья? Нет, сейчас депрей я добью кабанов. Слушай, мы там последнего этого добили. Вот 4-5 охотника голова. Бери. У меня ничего не высветилось. Ну, потому что ты его убил, скорее всего. Я не знаю, как эта система работает. Потому что раньше было по-другому. Что-то, по-моему, там какой-то определенный кабан нужен. Непонятно. Ладно, короче, в жопу пошли на стартовую локацию. Успеется. Здорово! Твой тоже. О, первая помощь как раз то, что мне надо. Я буду лекарь себе профессию изучать. А, топор не для моего класса, я понял. Доброго пути. Так. 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 Где-то здесь должен быть почтовый ящик, я сейчас посмотрю. А, вот, по-моему, он, да. Я сейчас золото себе немного перешлю, чтобы можно было купить пару этих сумок. А то, блин, это капец. Никуда не уходи, я сейчас приду. Так. Че я так тетерить не могу? Че ты делал? Я тоже хочу купить. Че, в этом лагере нету почты, что ли? Почта Азерота? Серьезно? Есть. Да нет, я в другом месте вообще, на другом конце локации. Сейчас посмотрим. Так. Нахуй я добавил в отряд? Вот.
Кого-то там добавил в отряд. Никого не добавляй пока в отряд. Так, отправка почты. Сумма. Ой, 90 золотых. Так. 50 серебряников. Я думаю, хватит. Блин, я сейчас только что это понял, что я забыл имя нового персонажа. Аркус Виктор. Ага. Все. Спасибо. Так. Я задание сдать не могу. Не знаю, не знаю. Сейчас погоди. Так, ну, вроде как-то так. Что я тут? Я яблочко ставил. А. Так. Что тут? Кузнечный молот нужен? А, если ты кузнечество будешь делать, да. Если нет, то нет. Оно тебе не надо. О, точняк, я себе сейчас несколько бинтов швакну. Как раз для того, чтобы подлечиться можно было. Отправить. Так, получит от вас та-та-та-та-та. Да-да-да-да-да. Аркус Викус, да? Все. Такого получателя не существует. В смысле? Не так вел. Сейчас. Блин. Аркус. Сейчас я посмотрю, не парься. Сейчас. И S как доллар. В, И. Так, Аркус, Викус. Актус. Аркус. Аркус. Угу. Виктус. Виктус. О, точно. Виктус, да? Я, блин, значит, букву одну пропустил. Вик. Тут все. Так. Я не понимаю, почему я задание не могу. Наверное, потому что тебя нету, я и не могу сдать. Может быть, кстати. Так. 50. А, так. Где у меня бинты? Хельга, стой, Хельга. Все, отправил. Отлично. Ага. Все, теперь выход из мира. Сменяем персонажа. У меня на моем эльфе нафиг там столько заданий, пиздец, еще выполнять. Во, все, я здесь. Я вернулся. Теперь ты у нас король ночи. Радуйся, ты глава гильдии. Так, почта, 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 почта. Где почта России, мать его? А перед входом, где я стою. А, все, вот. Вот. Куда сдавать это?
Кого? Ну ты сейчас как глава гильдии, сдавай задание, если у тебя есть уже выполненные задания. У тебя серый этот вопросительный знак, это значит, ты выполняешь задание. Если желтый вопросительный знак, значит, тебе ему надо сдать квест. Все. Че непонятного-то? Ну, у меня желтый, но я почему-то сдать не могу. Не знаю, сейчас посмотрим, погоди. Да, я тут доделаю всю фигню. Так. Что я могу тебе предложить? Так, сколько? 8 ячеек. И еще. И еще. А, ну да. Согласен. Вот еще две по 8 ячеек взял. Кайф. Так, теперь вот сюда я распределю свои бинты. Чтоб можно было лечиться. Ну вот же, пилот. Какой-то. Удачи! Чем могу помочь? Так, все, все. Кирку я тоже туда же уберу. Вот, отлично. У меня теперь все это подсумки есть. Зашибись. Так, что? Это? У меня, короче, заготовка продовольствия готова. Мерцающий портер готов. Давай тогда пошли выполнять... Короче, пошли выполнять квесты, которые у тебя не выполнены, и потом выполним то, что осталось. Все. Веди. Ты у нас сейчас глава гильдии, я за тобой буду бегать. Нажимай на кнопочку квеста, которую ты хочешь выполнить. У тебя открывается карта, и мы идем туда. О, снег с моей прекратился, сразу погода ясная стала. Красота, да? О, свинина, иди сюда. Я не могу прочитать это заклинание. Здесь вот где-то должно быть... Во, там что-то горит, я вижу. Ящик. Угу. Что-то взял, только что я так и не понял, ладно. Ты выходишь? Я-то нихуя не выходил. Надо подождать. Нет. У меня нет цели. Ну, у меня ничего не написано по поводу кабаньего мяса, странно, ну ладно. Значит, ты выполнил. Ну, пошли тогда выполнять твои квесты. Ну, точнее, то, что ты набрал. Да. Мы можем просто пробежать. М клавиша. Ну, рогатый йети. Молодой Вендиго. Бар! Агр! Блин, хотел тебя подлечить, лечу себя. Мне нужна цель. Так, нам сюда, да? В пещеру? Ну, видимо, да. Я не знаю. Ты ведешь.
Серая берлога, 08, грива Виндиго. Ну вот, у меня есть две гривы. У меня нет цели. Три из восьми. Охуеть, ты все собираешь, мне нихуя ничего. Так я его на себя первым загрел. Так, вот думаю, ее бы стоит взять. Только что-то она какая-то хреновая, что ли, если вы будете использовать. Минус 55 броней и блокированию. Броня, понятно. Ладно, хер с ней. Да ты, сука, издеваешься. Тебе помочь? Пять из восьми. Еще три осталось. Пойдем куда-нибудь еще. На меня двое загрелись. Возьми одного. Давай я тебя подлечу, или ты сам... А, вот я чуть-чуть там восстановлюсь быстро. А я шкуры даже не подбираю, у меня только деньги попадаются с них. Он еще впереди. Слишком далеко. О, 7 из 8 осталось один. О, все шкуры, практически. Нужно подойти поближе. У меня мяса столько, это вообще капец. Продовольственный склад, блядь. О, давай на верхнего загасим, потом вниз. Отлично, все шкуры. Пойдем вниз. Там еще двое. Тебе шкуры нужны? Алло? Серег? Так ты выкинь все ненужное. Выкидывать-то нет.
Вернемся на стартовую точку, я тебе сумки куплю и передам, чтобы тебе хоть что-то было. Угу. Ну, у меня уже все, выполненный квест, теперь твоя очередь собирать. Там какое-то пиво поменять надо. Да, 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 это я тоже знаю. Мне нужна цель. О, один серебряный, нихуёво. Забрал, да? Нет. Куда он делся? Не знаю. В группе остался. Иди это, с пушки агри на себя, я буду помогать добивать. Тебе бинты дать? У меня дохуище всего. Ну, я тебе потом говорю, надо тебе бинты. Я тебе сумки куплю как раз. Вот. Тебе 4 сумки надо. Сколько у меня денег, кстати? У меня 89 золотых, 64 серебряника, 86 медика. Нормально. Вот сейчас я вот эти вот ресурсы, увы, не могу... Нельзя брать, потому что надо специальную профессию качать. Ну, как бы пофиг. Давай, гаси. Угу. Квестов сдавать. Нахуй надо, чтобы это так висело все. Ну да. Само собой. В этом и суть игры. Выполняй сюжетные задания. Не, говорю, и так полукрана занято, еще, блядь, место не про это. Монетки выпали. За Альянс! За пиво! И бородатую крошку Мэри. Собирай броню. Забрал? Да, да. Ну, у меня получше броня будет. Это можем все продать. Пойдем. Пойдем, я тебе кое-что передам, а тебе все равно дохуя. Передавай. А вот этот, погоди, флакон с лечебным тебе надо будет. Лучше оставь себе. Потом найду. Ладно, я тебе потом его передам. У меня просто бинты есть, я себе это загрел. Ну, скрафтил. Когда я эльфом играл. У меня там их дохуя. Угу. Пошли. Yeah.
Короче, мы бухали, а потом ему хуёво стало. У него какая-то аллергия на пиво. Может, неправильное пиво для него было? Потому что всякую херню подмешивают. Ну, это компонент одно из пива, типа. Не само пиво. Чё, телепортируем? А, мы не сможем телепортировать. Пошли тогда, веди. На ту локацию, городу. Я еще не добил там двоих. А, ну вот они снаружи бегают, пошли. Я тебе передам. А, ну говори, давай, передавай. Потом продашь, если хочешь. Вроде на тебя. Так, а где? Вот, вроде неплохой. И вот это. Угу. Для войны. ХЗ. Я понял. А что ты от меня сделал? Я отмену не делал. Я вроде подтвердил. Если, конечно, случайно не нажал кнопку отмены. Сейчас, погоди, я посмотрю. Да, я походу кнопку отмены нажал. Давай, передавай. Так, последняя шкурка осталась. Это заклинание еще не готово. О, блядь, 6 ячеек, и у меня места нет, но пиздец. Передавай еще предметы. Погоди. Они... Как ее активировать? Кого? Все, пошли в город. Нажимать на нее, чтобы использовать или что? Ты про камень имеешь в виду? Маленький синий мешочек. А, ну ты его добавляешь рядом в ячейку, которая у тебя есть. Свободная. Сумки и все, и будет у тебя. А вот как добавлять? На что нажимать? Левой кнопкой мыши зажимаешь, перетаскиваешь, либо правой кнопкой мыши нажимаешь, и он сразу переходит в ячейку. Под сумок этот. Получилось? Внизу. Вот где у тебя основной рюкзак, у тебя вот есть 4 свободные ячейки. Вот нажми на нее и перенеси туда. Понял. Слушай, у меня что-то 2 же, блядь. И тот открыл. Ой. Место есть, и Серега, блядь, я не знал. Его не выпало. Курка. Пошли в город, весь хлам продадим. Вот, я тебе сумки куплю по 8 ячеек, и все. Не-не-не, нормально сейчас. Я это... Ну смотри. Я разобрался. Если хочешь, я тебе потом руководство пользователя скину. На русское это у меня есть. Разберусь. Нет, непонятно было, почему они автоматически распределяются. Ну, вот, все вручную. Не очень, если честно. Все, погнали. Погнали в город. Ну, снова снег пошел.
Ну, нам в город надо. А хуй знает, как подниматься. Ну, в смысле, хуй знает, как подниматься обыкновенно? Тропа-то есть у тебя. Видишь, дорога где обозначена? Вот иди в сторону дороги. Вон у тебя на карте, на мини-карте нарисована дорога и все. Беги к ней. Блять. Вот, все, я нашел путь. Тоже все мутузят, да? Да, 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 это херня, они далеко за тобой не убегут. Ну вот и все. Камень телепортации долго восстанавливается. Ну, где-то так. Так, вот там, что у нас тут у нас? Какая приятная встреча. Говори. Так, давайте продам все ненужное. Я сдаю все ненужное. Освобождаю рюкзаки от мусора. Все, квестовые предметы только остались. Ну, пока. Так, пошли в город, я тебе сумки куплю по 8 ячеек. Пошли, я тебе по 8 ячеек возьму. У тебя сколько ячеек там? У тебя что, 4 сумки? Точнее, 4 подсумка у тебя? Нет. У меня лучший товар. Раз, два, три. И сколько там ячеек у тебя внутри, у каждого? В одной 6, в другой 6. Продавай их нахер, я тебе сейчас куплю все 4 по 8. Все купил. Продавай весь хламовник, освобождай место, я тебе 4 ячейки сейчас скину под сумкой, ты их это. Получишь. А еще найти кому, блин. Вот, 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 вот сюда, вот он стоит. Крэг Бельмин. Вот, я рядом с ним стою. Сзади тебя. Вот у этого и покупай. Ну, точнее, продавай все. Я тебе уже все купил. Тебе сейчас передам. Ну, я ему продал. Все, есть у тебя 4 свободных места? Ой, не сюда. Обмен. Все. Дерзай. Так, погоди. Посыпал. Так, погоди секунду. Как настроение? О, шикарно, видишь, я как сел классно за стол. Где мое пыло? Эй, женщина, тащи мое пыло.
Серег, принеси пиво, пожалуйста. Чё? Ну, пошли дальше сдавать. Пошли. Пошли квесты оставшиеся выполнять. У тебя же не все тоже выполнено, у меня не все. Вот у меня серая берлога, верните их с пилоту, камни. Пошли. Это где он? Она что-то все близко располагается, но что-то, блядь, искать вот это. Какой квест называл? Как квест называется? Ну, например, серая берлога. А у меня его нету. А, вот нашел. Все, я понял, это рядом. Ладно бы ты нажимал бы, да, и дорожка была бы. А, есть, только это плагин специально надо скачивать. У моего друга вроде такой плагин был. Да как бы ладно, по барабану. Просто там тоже эта фигня, она глючила периодически, поэтому от нее отказались. Как настроение? Чего хорошего? Так, вот у меня квест у этого бородача не выполнен. А, ну вот, кусок кабанины надо собрать и толстую медвежью шкуру. Понял. Делали, у тебя что, не осталось? Нет, нет, я все продал, нахер. Ну, весело, что. Да-да-да. Сейчас найдем, где это у меня тут. Так, блин, какой у него квест-то идти у мать? Злейшие соперники, это куда? Сейчас посмотрим. А, ну это рядом. За мной иди. Не сюда. Я вот сейчас нажал, я иду по карте. Это в таверне. Я так понял, сейчас посмотрим. Так, нет, нет, нет. Может, вот здесь? Ну, потому что, блядь. Говори. Нет. Как настроение? Это кулинар. Все нет. Что-то непонятно, он как-то показан здесь? Ну, здесь непонятно. Так, ладно. Сейчас посмотрим. Может, я не туда сходил, а он где-то рядом. Рад тебя видеть. Береги себя. Локмадан какой-то, блядь. Нашел? Он должен как-то был подсветиться хотя бы с связанным знаком или типа того. Что ни хера я не могу найти. Это какое? По идее, должен быть тут. Ни хера тут никого нету. А это в другой конце карты, блядь. Да. О, я залез на таверну наверх. Сейчас посмотрим, может тут что найду. Блядь, ну должно же здесь где-то быть. Соперники, заменить один жгучего пива ячмя в подвале громоварки в Карнасе. Это громоварка? О, я спускаюсь в подвал. А, ну вот. Вот, я нашел его.
А я подвал не заметил, зашибись. Да, вот. Рад тебя видеть. А, громовой эль? Это, погоди, что, надо смешать их, что ли? Или что сделать? Поменять, обновить, что-то спрятать. Что-то я не врубился. Бочка пива ячмен... Короче, и другая там мерцающая партера. Хуя не понял. Надо какую-то эль купить, типа, отвлечь его и потом... Да? Поменять бочку. Ну, логическим путем, если будем сходить. У кого там купить? Где-то... Вот в этого уровня. Чем могу помочь? Да? Нет. Или да? Да? А, вот болотное пиво надо, да? Или громовой эль? Громовой эль. Угу. Доброго пути. Блять, а я что не то купил, нахуй? Привет! А, громовой эль. Ну, я взял. А, все. Ты не... Они одинаково выглядят, пиздец. Так, здесь выполнен квест. Потерял деньги, потерял. Он наверх, кстати, поднимается. Что-то трындит. Вверх поднимаю? А, мне зачем тогда? Я сейчас поменяю, и все. Пошли менять. Ну, меняй, я уже поменял. День деньги потратил, Серега этот квест выполнил. Так жизнь. У меня лучшие товары в этих краях. Так. Все, да, получилось? А возвращение это что такое? Это что? Но у меня как бы выполнилось, но у меня почему-то... Ну ты поднимись наверх там или чего? Ты нажал, продолжи, все, он наверх пошел, нет? Как жизнь? Нет. А, о, а, надо еще купить, громовой эль еще один купить. Да чё? Ну я не знаю, он сейчас показывает, вот простите, не знаю, купить еще один громовой эль. На всякий случай еще возьму. Там обожрется нахуй. Чем могу помочь? Да блин. Бочку меняй. Да-да-да. Выполнилось? Да. Принять, все. Я вот что изначально не сделал. Я просто дал ему пыло, он пошел, я за ним, дурак, пошел. Класс. Это я выполнил. Ну все, отлично. Так. Что я могу тебе предложить? Портер. До скорой встречи! Что у нас там еще идет? Так. Ой, тут пиздец, эти квесты. Пойдем этот, всем портерам портер выполним. На третью точку пойдем. И портер, и портер. Да, третья. Квест под номером 3. Мерцающий портер? Ну, да. Точнее, не мерцающий, а всем портер портер, звездолист называется. Короче, пойдем за мной. Ты кабанчиков не будешь валить? Пока нет. Так, погоди, тут квест. Стоп, 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 стоп. Во. Под землей? Да, под землей, видимо. А, во, все, я увидел внизу. Сейчас у гнома квест возьму тоже.
Блять, этих кустов потом будешь нас парить. Да, в принципе, нормально. Это классика, это надо знать. А в Ведьмаке там такая хуйня была. Короче, если квест начинаешь, надо его завершать, иначе ты можешь это... Угу. Ну, короче, провалить квест. Угу. Самое, что прикол, я, короче, все квесты идеально сделал, да? Угу. На каком-то уровне, четвертом или этом, я так и не понял. Я провалил какую-то квест. Я искал в нете и так и не понял, в чем как бы ошибка была. Нож баг? Я хуй знаю. Если что, я просто пробежал вперед, чтобы на них не заостряться. Так, квест. Это либо вверху самом, либо под землей, потому что тут я ничего не вижу. Ты куда убежал? Ну, вперед убежал. Странно. Или я дурак, или я дурак. Я за тобой бегу, да? Да. Короче, что-то непонятно. Видимо, скорее всего, где-то под землей опять. Видимо, пещеру искать. Блин, вот не люблю вот за это гномьи локации. То, что тут до хера подземных пещер. Вот, кстати, нашел, кажется, вход. Я тебя у пещеры жду. Надо подождать. Это еще не готово. Ковёшки. Ты не запутываешься в этом. Мне нужна цель. Ну, приходится ориентироваться как-то. Я что-то помню, мы играли, я нажимал, у меня персонаж сам что-то бегал. Ну, можно кнопочку нажать также в управлении, но только так неинтересно. Интереснее самому двигаться по локации. Ну, лично мне так нравится. Как тебе, я не знаю. У меня нет цели. Вот он, ящик. Так. А, нет, не оно. То есть, а, понятно, просто лут, значит, был какой-то. Не суть важно. А, так. Да, блин, а как? А, вот, дорога наверх, все отлично. Нашел путь. Вот, а мерцающий хребет, все верно. Они любят убегать, короче, там, где дофига этих ботов. А мне двое хуярит, может, что-нибудь сделать? Сейчас, я тебя подлечу. Блять, не успею. Блять, не успел. Воскрешайся, только не на кладбище, а иди до своего тела. На миникарте у тебя будет показана стрелочка, которая, ну, до своего тела добегаешь, возвращаешься, чтобы тебе не терять очки опыта и все такое. Нужно подойти поближе. Ну, меня сейчас тоже тут распидорасят. Да, и меня ёбнули, суки. Оранжевая стрелочка, это твой труп.
Есть, короче, варианты агриш, и я их помогаю тебе добивать. Ты воскрес? Что-то ты далеко убежал вообще. Я там залезть не могу. Тогда беги с другой стороны, как в прошлый раз оббегали. Блять. Опять вся толпа на меня сагрилась, сука. Уходи. Ну так ухожу. Я не могу это использовать. Почему? Ну-ка, а вот эти? Странно, бинты, то есть третий не можешь использовать. Видимо, не твоего уровня. Ну ладно, я тогда зелье выпью. Блям. Что-то ты вообще куда-то не туда убежал? Я вообще не понимаю, как ты как ориентировался вообще, когда воскрес на кладбище. Ориентировался по той хуйне, которую ты говорил. Ну, оранжевая стрелочка показывает тебе путь, когда ты призраком. Блять, короче, сейчас я до тебя дойду. Тут ты сейчас там бедный потеряешься, тебя потом искать и свискать. Опять убили, что ли? А, ты не можешь воскреснуть, ты призраком бегаешь. Нету такой кнопки. Ты в Dark Souls, когда дохнешь, ты должен идти забирать души. Логика ясна? То же самое здесь. И вот он я. Видишь меня? Я рядом с тобой. Я у озера. Куда ты убежал, блин? В какой-то дороге бежишь, непонятно вообще, блин. Улетел. Ой, Серега. Эту мракобесию, блядь. Пиздец, там не запрыгнуть, там это, блядь. Ты не туда идешь. Я вот сейчас до тебя бегу спокойно. Никаких горы не упираюсь, ничего. Ты же видишь на карте, где я нахожусь, где ты, блин, где твой труп находится. Все, нашел меня, пошли за мной. Вон я тебя на мини-карте вижу, вон, сейчас ты за мной бежишь. Пошли. Ты просто не туда убежал. Ты воскрес на кладбище и полетел куда-то вообще не туда. А тебе вон куда надо было. Кладбище. Кладбище, когда на кладбище появляешься, ты идешь вот в эту сторону. Вот этот камень появляется. Там пещера, в которой мы с тобой были. Вот она дорога. Все. Я же сразу, когда воскрес, я же и на мини-карту на все это обращаю внимание. Сразу ориентир беру и все. Это на самом деле не так сложно, как кажется. Вот, все, херачим их. Стреляй по нему, я буду тебя лечить. Давай, ебош. Пять по мне, двое. Нормально, 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 я тебя лечить буду. Ну, они за мной побежали, помогай. Ёбаные магички.
Добиваем, добиваем. Отлично. Теперь собираем все, что тут есть. Это заклинание еще не готово. Я другого отвлекаю. Да тут, блин, подмогу к один козел сагрил на меня. Так, все, здесь мы выполнили, идем отсюда. Так, погоди, мне вот интересно, вот эта тема создать. Создать все. А, то есть я пока... А, вот почему я не могу тебе бинты использовать, они не моего уровня. Вот что за фигня. Собирай здесь. Я собрал все здесь. Я тоже собрал. Так, пойдем теперь на двойку. Это заготовка продовольствия. Надо 4 кабанятины собрать. Ну, это тебе. Ну, пойдем сюда, здесь ближе. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, внизу зверье. Как раз кабанятина. Так. Один есть. Еще 4. Точнее, 3. Да у меня-то все поместится. Ну так правильно, я тебе тоже сумки купил, что бы у тебя не поместилось. Так мне-то не надо. Ты забрался? Нет, он мне не дает. Я тогда сам их сейчас добью. Так, да, 2. Еще 2 надо. Идеально было бы, если бы как замочек стоит вот на тех предметах, которые не надо продавать. В случае ошибки она просто не продаст. Я пока не могу прочитать это заклинание. Квестовые предметы, они... Важные квестовые предметы, которые тебе надо будет передать или что-то типа того, они выделены желтой рамкой, их нельзя продать. А обычные вот эти предметы, ресурсы, да, они спокойно продаются. Подойди ко мне, я хочу кое-что проверить. Да у меня-то все. Блять. Ебать. Беги нахер оттуда. Это дикая хуйня. Ну, ты сдох? Заебись, пошли. Я убежать не мог. Да я понял. Он на тебя потом сагрился и начал тебя пиздить. Все понятно. Я вообще не знаю, что он на меня сагрился. Ну, бывает дерьмо такое. Ну, куда бежал?
Да. Сейчас на дорогу выйдем и вниз. Ну-ка, погоди, вот это любопытно. А. А, так вон оно как сделано. Я вот это вот не учел. Мы же по другой стороне шли. Ну, вот сюда. Через ущелье. А ущелье получается... Стоп, стоп, стоп. Пещера. Ага. Вот. А почему у меня показано там? Хотя мы сдохли в другом месте. А, все, я понял. Там, короче, гора идет, и мы внутри равнины, короче, вот этой вот горы там в ущелье как раз были. Там как раз изогнулись. Все, вырубился. Вот. Просто я сейчас обращаю внимание, сравнение делаю основной карты и мини-карты. Вот, ландшафт. Вот, и сейчас до меня начинает допирать, куда нам надо идти. Вот, все правильно. Просто надо было обойти. Я и тогда и обходил. Ты прям далеко от того места, где ты сдох, ушел, прям вообще от горы. И вообще не туда. Ты... Так, какой... Я наткнулся на гору и стал ее обходить. Ты ушел очень далеко прям от меня. Даже там горы не было, в том-то и прикол. Ты ушел просто не в ту сторону. Так, все, вот они, мои трупы. Так, я воскрес. Я убегаю. Я даже не подлетел. Ты заебал идти в мою сторону. Ты здесь? Тебя подлечить давай. Подлечи. Давай, я агри буду. Агри, я его запищу. Хотя лучше давай я тебя буду лечить. А у меня маны мало, блять. Он 11 уровня. Да, в принципе, он как и я. Да серьезно, блять? Сука! Ёбаный рот! Ааа! Серёги путь опять показывает. Вот... Ой, блядь! Я не знаю, это пиздец. Воскрешайся. У нас просто задание тут рядом. И один ёбаный индиго, блядь, нам мешает. Ладно. Попробую сейчас что-нибудь с этим пидором сделать. Так, кабанчик рядом загрелся. И нихуя, да? Спасибо. Так. О, его, походу, завалили. Правильно, Пюпо?
Сейчас. Да. Вот сейчас на дорогу выходишь, там ущелье, и все верно, вон, беги прям туда. Прям как это, добежишь, воскреснешь, и сразу до меня беги, не останавливаясь. А то там этот Виндиго опять заспавнится. Просто пещера рядом, и они там тоже обитают. О, блядь, вылез. Так, погоди, стой, ты прям что-то сильно далеко убежал. Там уже расселено, по-моему, или нет? А, нет, навряд ли. Сейчас я гляну. Да, там гора, там не получится пройти, наверное. А, нет, дорога есть. Просто... Назад беги. Да почему я бегу, как ты бежал? А, ты... Я просто нашел другой путь получше, побыстрее. Хотя нет, ладно, нахер, беги там. Я просто сейчас, если побегу с той стороны, я на этого Индиго наткнусь, а он уже пизюлей вломит. Он урон сильно наносит, козел. Так, сколько тут? 37, 47, 54, 4. Так. Сколько? 34, 58, нормально. Так, погоди, стоп, чё? 4,9. Ну, в принципе. Возьму 4,9. Вот может урон побольше будет наноситься. Добежал до тела? А, ты круг делаешь? Давай, чуть-чуть осталось. Я сейчас на себя буду, скорее всего, этого козла агрить. Я постараюсь подальше от него держаться. О, наверх заберусь. Отлично. Я возле твоего трупа. Давай, у тебя сообщение появится, ты сразу воскреснешь. Кнопочку нажимаешь и все. Ты опять какой-то круг делаешь, что ли, или что, чуть не пойму. Опять не туда побежал. Серега, блин, ты что, пьяный, что ли? А-а-а! Стой на месте. Ты круг делаешь, понимаешь? Возвращайся назад. Видишь меня? Все, вот. Тебя значок на мини-карту, обращай внимание, если там гробик нарисован, надгробная плита, это оно. Подходишь и все. И... Вот. А то ты просто непонятно куда несешься, блин. Я такой, блядь, ну куда ты уже поднесся? Какие кругаля? Пойдем дальше. 20 минут перерыв сделаем. Да. Сейчас пройдем здесь и будем делать перерыв. Поверху. Не понизу, а то сейчас эта скотина сагрится, опять пиздюлей выдаст. Так, где ты там? Да, я тебя подлечу. Давай я тебе тоже зашиту дам. А, она у меня перезаряжается. Ладно, пойдем. Дать парочку хотя бы сдадим. Ну. Мне нужна цель.
Так, ну я с кабанятиной так не разобрался. Или разобрался, чуть не вижу, где она. А, все, да, кабанятина у нас за... Пойдем, короче, квесты сдавать тогда. Телепортируемся в город, в столицу. Да вон тут громострел и возвращение Марка. Веди. Меня с усанием. Сейчас два сдадим и это... Беги, беги, беги. Да я уже тогда спать, наверное, пойду. Ну, завтра. Но. Два карлика такие бегают. Смешно смотрится. Давай, кастани мне ускорение. Ага, у меня его нету. Вот где-то здесь впереди должно быть. Подошли. Давай, наливай. Береги себя. Как дела? Будь осторожнее. Ну вот, можно здесь и остаться. Давай здесь останься. Знаешь, как выходить из игры? Не выйти из игры, а выйти из мира. Чтобы у тебя это нормально, ну, все твои достижения сохранить, чтобы ничего не слетело. Двадцать секунд и нормально. Рано отключаюсь. Блин, пошел. Давай. Давай до завтра.